Всем привет! Сегодня я покажу, как пройти по финальный уровень в Стиквар Легаси. Короче, нужно армию из 4 гигантов, 2 магов, 3 копейников, 6 лучников и остальных мечников. Тогда вы сможете атаковать. А как финального босса гигантского я вам покажу отдельно. Конечно, эта армия не может его одолеть, но зато используя мечника, я знаю, как одолеть его. Причем 2 способа есть, но я понял, один более эффектный. Вот надо разрушить, да, тут не начало. И такая армия не подойдет. Вот, блин. Вот вы. В самом подходящем месте. Вот так. Так, а ну-ка. Пошли. Так, вот. Лучше вот. Где вот только мой меч? Главный вопрос. Где мой меч? Вот гигант. Сейчас будет. Вот все, сейчас самое страшное. Это вон то чудило. Все уходим. Все валите. Тупо валите. Валите, чем? Есть мысль. Валите. Я же сказал, надо уходить. Да вы удивляетесь? А, видимо, гиганты. Так что все убегали, вот на эту кнопку нажимаем, где замок. И, короче, теперь надо уворачиваться ударов. Ой, просто это эффектно делать мечником. Да крыса, блин! Это нечестно, он та еще крыса. А хотя, лучше второй способ, который я впервые нашел. За мной иди, чудило. Иди за мной. Чудило. Атака. Так вот. Да какого? Так. Пофигу, снова дефенс. Разолотенный меч. Он самый страшный. Просто ранзи форест, потому что лучники подбивают. И вот так вот, отходите, просто этот гигант, конечно, большой, но слишком медлительный. Черт. Хоть он и большой, и мощный, но довольно медлительный. Сейчас, нет. Нет, капец. Я... Ну, короче, вот... Так, вот его надо одолевать. Я ему последний удар нанес. Ну, он, короче, убил статую. Ладно. Ну, вот так вот его можно убивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.